Мы приехали, посмотрите. И у нас... Так, смотри под ноги. Здесь грязь. Слышишь? Вот она. Видимо, сама лагуна. Вообще, посмотрите. Ой, какая красота. Мы находимся сейчас просто на самом краю. Ой, как страшно. Слушайте, здесь можно спуститься даже каким-то образом. Посмотрите, какие, типа, дикие пляжи. Здесь есть смотровая площадка. Настенька, как тебе? Вау. Банановые плантации. Прям на этом, на спуске. Ой, красота. А, ну вот и спуск. Вот он начинается, спуск. Здесь есть перила, в принципе, оборудованная. Да, водиться там, ну вы сами, думаю, видите. Надеюсь, камера передает. Ой, красотища какая. Да, и лестница идет прям в самый туда низ. Так, мне нужно сейчас мальчишек своих дождаться. Цвет воды вообще великолепный, но он еще лучше, когда солнце только встает. То есть сюда нужно приезжать, в принципе, до обеда, если вот прям покайфовать от этого вида. О, и с этой стороны море заливается под эту скалу. Здесь вообще можно спокойно вот вниз спуститься, если рискнуть. Но, конечно, не рекомендую, потому что камни в любой момент, конечно, могут все равно упасть. Вот они, видите, так вот валяются. Видно, что они периодически падают. Конечно, вот так все разрисовывают. Засранцы, блин. Ух. Настенька вон с Мирончиком идет. Мирончик, как всегда, не вовремя захотел кушать. Ух. Вау. 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 Так. Идем все-таки вот сюда, вот просто в камни. Посмотрим, какой здесь открывается вид. Ой, какая красота, друзья. Я каждому советую сюда приехать. И вот мы на камнях. Посмотрите, какой тут вид. Ух ты. Вот это круговая панорама. Сейчас пройдем. Тут вот ребята-то ходят, поднимают. Сейчас мы их пропустим. Опа. Да, ко мне, конечно, здесь вообще предостаточно. Можно так обойти, можно так обойти. И посмотрите, какие скалы. Ух ты! Слушайте, это, конечно, потрясающе. Но это, смотрите, какие красоты. Посмотрите, как дерево, одно дерево, растет из камня, просто из скалы. Да, сюда, наверное, еще приезжают люди на закаты. Здесь 100% потрясающие закаты. Можно, естественно, спуститься ниже по камням туда, дойти до вот этих вот волн. Я очень хочу сейчас запустить здесь квадрокоптер и посмотреть, какие круговые виды для нас с вами откроются. Но изначально, конечно, я хочу дойти... Опа! Ой-ой-ой-ой-ой, как тут опасно, слушайте. Вот сюда. Ух ты, ух ты. Вообще потрясающе. Вот, Настенька тоже вон с нашими мальчишками-то дошла. Вон она там. Ух ты, слушайте, да, ходить, конечно, опасно. Не рекомендую это делать в дождливую погоду, потому что камни однозначно все эти будут очень сильно скользкие. Так, оп-оп-оп-оп-оп. И они, видите, как вот так вот прям раскалываются. И мусорят турки, видите? Вот сейчас они двое здесь сидели, пивас допили и бутылку прям оставили. Это, конечно, не совсем правильно.
У меня нет слов. Блин, учитывая, что я чуть не крашнул сейчас дрон, чуть не влетел в скалу, еще на него, блин, напали эти гребаные чайки, которые постоянно это делают. Так еще эти виды, ребята, я не знаю, как описать то, что я сейчас вижу своими глазами. Это нереально, это невероятно, это настолько классно. Я хочу с вами делиться этими кадрами просто невероятными. Посмотрите, на краю мы стоим. Лагуна, какой цвет моря. Мои, между прочим, кстати, уже вот спустились, они уже все там. А мы с вами здесь. У-у-у! Маша, гляньте, какой кайф. Банановые плантации. Просто невероятно. Там рыбак. Сосна, вообще, что к чему в скале растет. Эх, здесь бы покупаться, а. Ну, пойдемте тоже вниз, посмотрим пляж. Мы сейчас вместе с вами возвращаемся на лестницу. Те, кто на нас давно подписан, смотрят наш канал, вы, наверное, знаете, что мы только не преодолевали с детьми. Настя, когда была беременная, самая мощная, это была скала Киселева у нас в Топсе. Это был Субсех, 800 с чем-то ступенек в жару. Мы преодолевали последние месяцы беременности. Сейчас дети уже там. Они настолько привыкшие, мы настолько привыкшие, когда видим такую красоту, нас просто, знаете, нас башку так срывает. Мы такие, о, мы идем. И, конечно же, мы идем. Гляньте, гляньте, какие тут скалы. О, потрясающе. Классно все, кстати, оборудовано. Я хочу заметить, что вот прям прочно. Видно, что следят. Видно, что следят. Ступеньки все не так, как у нас шатаются, страшно ступить. Здесь бетонные, бетонные ступени. О, привет, пацаны! Ну и море. О, ну все, я дошел. Быстро, не напряжно, но, как говорится, спускаться. Не подниматься, посмотрим, как мы преодолеем. Этот подъем, подъем достаточно, кстати, мощный. Я сейчас прямо это снизу все покажу. Как тебе, Тёма? Ты все это чупа-чупс не можешь доесть, да? Аккуратно. Эй, 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 ты чего? Ну-ка, ты чего? Упасть хочешь? Ну-ка, слазься с камней. Не надо влазить. Ну, это экстремалят, пацаны. Вот все в батю. Да, вот оттуда, с самого верху мы пришли. Здесь даже солнце уже закрывает. Вот оно, море. Прямо возле нас. Настенька, как тебя? Кайф. Вот я говорю, Саша, ему лучше всех, нас, смотри. Да. Это так я говорю, мы как только видим что-нибудь такое подобное, сразу башку срывает, все, мы идем. Ой, слушайте, я вот прям все. Это прям мега цель. Сюда обязательно, на машине, с палаткой. Вот как здесь можно покайфовать? Здесь наверняка можно развести костерчик, пожарить шашлычок. Самое главное за собой, естественно, все убрать. Посмотрите, какие камни. Кстати, они не скользкие. Вот так вот заходит волна. Я очень близко стоял, да. Мне намочило кроссовки, а камни. А посмотрите, какой цвет камней. Что это за происхождение? Но он очень красивый. Я думаю, что это однозначно камни морские. Ну, то есть, да, когда-то здесь да, было... Было дно. Артём, со мной не надо ходить, пожалуйста, туда. Неинтересно. Шикс. Вот мы уже и прошли дальше. Тёмка все равно за мной идет. Тёмик, ну хорош. Над нами прям бананы. Конечно, здесь, да. Здесь опасненько. Надеюсь, никто из детей не упадет. Очень аккуратно, каждый шаг продумывайте. Да. Опс. Уже перепрыгиваем. Оп, сюда, сюда, сюда. Ух, кук, кук. Да, здесь, слушайте, прям вообще дикие места. Сюда уже попадает солнце, и цвет воды там, естественно, уже другой. Можно по камням пройтись, вон где рыбак стоит. Но, учитывая, что детвора идет за мной, я, конечно, пойду их страховать. Опа. Так, все, давайте обратно. Thank you.
Мы начали подъемчик. Настенька, как ты настроена? Мирончик, тебе хорошо? У тебя вообще, да, походу, все идеально. Мирончику так спится на таком воздухе чудесненько. Шикарно, ходили, да? Ходили мы с ним на Собсехе, ходили мы с ним где? На скалу, да. Костелева, жди, а теперь вот в таком классном, да, месте. Мы поднялись. Настенька, самый главный герой сегодняшнего выпуска. Мы не ожидали, что нас ждет такое. И, естественно, Мирончик. Настенька, ты жива? Все прекрасно. Слинг. Слинг нужен, вот. Да, у нас есть, но что-то мы его не можем прикладывать, надо. А вот слинг идеально вот так ходить. Ну, конечно. Ну все, я поехали. Представляете, мы сейчас ехали по дороге и заехали вот на такую шикарнейшую смотровую площадку. Самое, что хотел сказать, передать вам, но я, к сожалению, не смогу. Здесь, посмотрите, сосновый лес. И здесь такой мощный запах от этих сосен. Гляньте, какой здесь открывается вид. Смотровая, пустая. Здесь можно проехать прямо на пляж. Мы сейчас это сделаем на машине. Спустимся. Здесь, вот мне уже сказали, что вот этот пляж справа. Сейчас покажу я вам его. Хоп! Вот это вот. Это раньше был женский пляж. Но по какой-то причине потом его, ну, все переделали в обычный. Красоты здесь, конечно, нереальнейшие. Гляньте, какая красота. Дорога вдоль берега. У нас скоро будет закат. А мы сейчас спустимся вниз на пляж. Мы спустились на пляж. Смотрите, какой потрясающий. Вообще полностью свободный. Сюда можно приехать на машине. Смотрите, есть подъезд. Как здесь можно классно провести время. Да, Радюш себе вон колесо уже нашел. Слушайте, я безумно влюбился в Турцию. Вот я не знаю. Это любовь в одно мгновение. Кайф. Мы, конечно, очень любим наш берег. Естественно, будем туда возвращаться. Возвращаться. И... Но Турция. Турцию мы обязательно пропутешествуем на машине с палаточкой. Мы вот уже, я говорю, присматриваем даже места, где мы будем. Вот тут вот, представляете, поставить кемпинг свой, просыпаться вот с таким видом. Потрясающе, малолюдно, пляж, очень-очень мелкая галька. О, Радюша пошел. Не-не, волна накатывает. Ты чего? Какой кайф. И все это в соснах. У нас, кстати, в Сочи тоже есть, в Туапсе есть такие тоже пляжи, где вот так вот у вас будут сосны. Этот, видите, великолепный, шикарнейший запах от них. Такие же дикие пляжи, где также можно провести время. Великолепно. Я, конечно, очень рад, что сегодня в выпуске я вам показал море. Показал его так много. Показал его такое красивое. И показал вам места, о которых вообще мало кто знает, как говорится, из наших русских туристов. А мы туда сгоняли. Какие, друзья, бухты. Я дошел до скал. Гляньте, как здесь бьет волна. Как это красиво! Вот эта вот порода камней морская, она вообще великолепная. Можно дальше шагать по этим камням, сейчас мы это сделаем. Ой-ой-ой, меня чуть не накрыла волна. Какая-то, как в Крыму на Тарханкуте, типа а-ля вулканическая. Видите? Шикс. Такой огромный камень, за камнем солнце. Ой, ничего себе, я аж напугался. Смотрите, это что, подземное получается? Ух. Вот это явление. Смотрите, то есть там... Ах, ничего себе, то есть там нету дна. И волна, смотрите, как бьет. Я вообще испугался. А то так, вы сами видели, оно прям резко... Обалденно, а вон туда, если дальше... Во, какие брызги! Вон туда, если дальше пройти, там прям такой
песочек. Я вот хожу, все думаю, что мне напоминает эти камни? Халва. Вот, халва выглядит именно так же, вот такими же прослойками, вот ее вот так отламываешь и ешь. Вот это прям реально халва. Смотрите. Вот эта штука магическая, просто магическая. Я думаю, сейчас нужно обязательно сюда привезти пацанов. Я все-таки пробую спуститься, но, конечно, очень прям стремновато, потому что здесь же камни еще есть наверху, и они тоже могут упасть. Видите, они же здесь лежат, такие пещерки. Сюда доходит волна. Ой, невероятно вообще. Как же тут красиво, ребята. Так, быстро пробегаем. И попадаем на пляж. Посмотрите, у нас песочек. Ух, как клевенько, а. Смотрите, где мы. И халва. Просто халва, ну реально халва. Гляньте, скалы-то реально халва. Это, наверное, вулканическое что-то. Кто точно в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. А мне очень нравятся вот эти бассейны. Ой, какая волна идет. Нас бы тут не бахнуло. И вот он пляж, который я показывал вам сверху. Великолепно, друзья. Просто невероятно. Мы только, как говорится, приехали в Турцию, а уже находим вот такие места, которые просто... О, как же здорово, что еще получается с вами делиться. Спасибо Ютубу, спасибо нашему каналу. И здорово, что вы смотрите, и я показываю вам не отельную Турцию, а вот такую вот Турцию своим ходом, вот в таких вот скалах. Обалдеть. Сейчас обязательно приведу сюда Настеньку и покажу ей вот это вот явление, откуда вода выстреливает, как будто бы из вулкана. Ну, как и говорил, я привел сюда всех, даже... Мирончика, Настенька где-то сзади идет. О, опять бахает. Смотри, пацаны, идите вот сюда, проходите на этот камень. Аккуратно. Смотри, как вода из-под земли бьет. Мы приехали домой, я хочу вам показать. Смотрите, какие там тучи. Они черные, я не знаю, может быть, это все дело обойдет нас сейчас стороной, либо накроет. Но совсем скоро... Узнаем, но в целом, что нам погода дала такую возможность вообще погулять, понаслаждаться вот такой вот дикой Турцией. Это, конечно, ей за это огромнейшее спасибо. Танцульки. Мира ничего не понял, где я был, где я тусил, где я тусил.